Всем привет! Сегодня я нахожусь в городе Августов, в Польше. Здесь протекает канал, который называется, кажется, Нетта, между двумя озерами. Через весь город проходит канал судоходный. Здесь вот такой как бы заезд сделан на парковку в отель для тех, кто шел на катерах, на лодках. Так вот можно отдохнуть, прийти по каналу. Там находится порт с левой стороны. Там летают такие вот бабочки огромные. Почему-то очень много. По берегу канала проходит велосипедная дорожка. Если кто приезжает с велосипедами, можно прогуляться по всему городу, посмотреть достопримечательности. По всему берегу оставлены отели. Вода чистая. Прозрачная. Ну, утки сразу же, как видят человека, приходят. Думают, что их сейчас начнут кормить. Двигаемся дальше. Вот такой вот пляжик нашел в городе Илава. Прикольно. Серфингу учат. Раздевалки есть, переодевалки. Были замотаны лентой, чтобы никто не входил. Видимо, все нафиг. Порвали все. Заныривают на яхтах, тренируются плавать.